Я сказал бы так, ситуация больше плюсовая, чем минусовая, потому что естественная утечка кадров тоже есть. Такая же ситуация, как и во всех ВПУ. Значит, слава богу, у нас сейчас в этом году планируется выход по итогу 5 молодых специалистов. Один из них на серьезное место, приемный покой терапевтом выходит. У нас появился офтальмолог, у нас терапевт участковый появился, из района приехал. И еще два специалиста должны подъехать с сентября. Обсудили целый ряд вопросов, связанных с комплектацией кадрами, привлечением молодых специалистов, создание дополнительной мотивации, организация работы с учебными специализированными учреждениями. Это все на самом деле очень важные моменты, поскольку в целом укомплектованность специалистами, врачами прежде всего по второй городской больнице составляет 60%. Есть задачи, требующие решения. И дополнительную мотивацию для привлекаемых специалистов мы продумаем и думаем, что эту задачу сможем решить в ближайшие годы.